Просматривая это эпичнейшее видео, создается впечатление, что в машине в этот момент сидят какие-то супер опасные бандиты. Но есть один нюанс. В машине в этот момент находятся вот эти вот товарищи. И это не какая-то старая неудачная фотография. Это они так выглядели сразу после задержания. Дело было на окраине Москвы в прошедшее воскресенье. Классическая ситуация. Выпивали два товарища, не хватило. Что делать? Поехали за добавкой на стареньком ВАЗе 2114, он же четырка. Мягко говоря, пьяная езда была заметна невооруженным глазом. Ну и все закончилось погоней и тараном служебной машины. Но этих алкогонщиков подвел отечественный автопром. После этого трамплина машина наотрез отказалась ехать. Ну и дальше были эпичные попытки выбить окна, которые в итоге все-таки увенчались успехом. Гонщиков доставили в отдел, от медосвидетельствования они, естественно, отказались. Очевидцы рассказали, что, уходя от погони, товарищи разбили как минимум две машины, и это не считая своей и полицейской. Две машины? Да. Ладно, а то тоже разбил.